Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братук, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Ну что ж, братишка, присаживайся поудобнее, тащи вкусняшки всякие раз... Блин, что это было? Что это типа? Типа сюда, давай иди. Господи, как какой-то богомол я, блин, делаю. В общем, давай сюда, брати... Давай, короче, иди сюда, плыви сюда, тащи вкусняшки, не забудь про лайкосик, также подпишись на канал, братан, будет очень приятно. Короче, у нас тут офигенное событие, потому что практически у меня 10 500 кубков, я офигенно рад. Я на самом деле офигенно рад, сегодня мы с тобой поиграем даже, наверное, в силовую... Не, силовую гонку не хочу, потому что боюсь, там жопа будет. Короче, мы с тобой сегодня поиграем, наверное, в столкновение. Да, в столкновение за Ниту, потому что у меня, короче, звездная сила появилась. Это обязательно надо вот-вот все-таки показать как-то вам. Сейчас мы с тобой с кем-нибудь... Влад, Прив, как дела? Сейчас, погоди, нет, все-таки с Владом как-то помидориной, знаешь, с кем-то надо хотя бы Кузярик, вообще не видел, Доширак, так, погоди, есть Страйк, Шегел уже набрано, блин, набрано у них, одиночка, босс Эпикейч, я уже играл, Шиша, привет, как дела? Давай, Прив, как дела? Погнали, давай. Сейчас мы его, короче, пригласим. Вперед. Раз он прям намекает, типа, давай. Так, сейчас мы ему скажем в чатике: привет, братан. Сегодня мы также откроем с тобой боксики. Я думаю, прям сейчас стоит открыть. Почему бы и нет? Давай пооткрываем, вдруг что-нибудь выпадет. Но я сомневаюсь, если честно, что там будет у меня легендарочка. Но вдруг, ребята, сегодня же, блин, ну... Нет, точнее, позавчера было Рождество. Ну, блин, ну вдруг что-то прям хопа и подарок. Так, пацаны. Дар. Но два билетика. Окей, короче, давай быстренько открываем их. Нифига. У меня большой бокс там тоже есть. Давай посмотрим мою... Чё, братишка, ты что-то там написал мне? Привет, Зелёв, прости, но тут только три катки. Я все уже... А, блин, братан, извини. Давай, столкновение. Ничего страшного. Босс Эпикейч там тоже уже у нас врывается, хочет зайти. Окей, мы сейчас поменяем. О, сразу поменял. Так, и я хотел, кстати, билетиков нормально вообще получаем, друзья. А что у нас, кстати, дальше будет? Мне прям интересно. Погоди. Сначала мы, конечно же, шанс посмотрим, ребята. Шанс у нас просто внеофигический. Потому что это жопа. Это просто жопа. Ребят, напишите, какая у вас все-таки на Легу шанс, процент. Мне интересно посмотреть. Играет-то как, посмотри, как на балалайке. Ну сейчас мы, конечно же, посмотрим. Давай бахнем с тобой там кваску, надеюсь, там чайку. Что ты там заварил? Давай, братан. И, конечно, откроем. 5 гемов. Нормально. Слушай, сегодня хорошо пошло. И билеты, и это. Все, теперь катка. Как пойдет, так и попрет. Давай. Ну, знаешь, есть такие вот фразочки, типа, как назовешь корабль, так и поплывет там, назовешь говном, так и будет. Хотя говном, наверное, если назвать, то, по сути дела, наверное, фактически оно же, получается, не тонет. Отлично. Все, я теперь знаю, как делать. Так, ну что же, они там уничтожают. Отлично, пацаны, потихонечку мы с тобой пробегаем, играем мы с тобой, конечно, на таких серьезных кубках. Отлично. Тихо. Спокуха, Петруха. Там Шелли, блин, Шеля. Есть, минус Шеля. Шатун. Тихо. Отходим немножечко. Смотри, как прикольно было сейчас. Так, минус. Слушай, ну неплохо мы с тобой за Ниту гоняем. Нет, за Ниту я реально очень хорошо играю, честно. За Ниту у меня лучше всех получается почему-то. Но она, знаешь, за Шелли все-таки это и немного имбовее. Говорят так. Так, я могу уже кинуть медведика, но... Боюсь, лучше не надо. Нам надо выделить одну цель, братиш. Давай-ка пойдем вон туда. Или все-таки придется на этих. Не-не-не-не-не, пока не применяем. Давай-ка не применяем. Сейчас надо как-то их поджать.
им хвосты. И там уже пойти. У них, видишь, в чем проблема? Да, вот такая вот фигня. Так, тихо. Я не знаю просто, на кого идти, понимаешь? Балалаишник, аккуратней. Умоляю тебя, бро. Так, тихо. Ждем. Красава просто, Миша, ты это видел? Ты это видел, как Миша зарешал? Миша, молодца. Так. Изи катка, пацаны, мы нехило, так сказать, прорвались, жопу надрали за ниту. Неплохо. Ну, катка очень хорошо пошла. А это значит, друзья, одно. Мы открываем боксики с тобой. Короче, начинаем открывать с тобой. Как всегда, ничего. Давай большой бокс. Вдруг... Нет. Три гема. Неплохо. На самом деле, я сейчас вообще стараюсь за ПМ, друзья, поднять... Ну, ты сам знаешь, против босса надо бы уже ПМ поднимать. Лекарь. 140. Нет, я пока... Пусть у нас пока будет. Так, опять он грустный смайлик сделал. Братан, почему ты грустный смайлик-то все время делаешь? Так, второй бокс. Блин, я надеюсь хотя бы на... Один билет. Короче, 57 билетов зато у нас, ребята. То есть я дофига боксов скоплю. Так что... Во, не забудь про жирный лайкос. Так, куда? Эй, ты куда, блин? Я попробую сыграть в игру Cuphead. Попробуй. В смысле, сори, браво, лагает. Ах ты ж, блин, хороший-то боец-то был, ребята. Боец очень хороший был. Смотри, как раз, блин, что-то сделал. И, друзья, у нас остается всего 5 кубков. Неплохо, ребята. 150 монет. Блин, ну 150 монет, реально. Ну все, погнали, пацаны. Почесали, друзья. Ну, за ниту нормально. Нормально, только вот мы катку слили, пацаны. Мы катку только что слили, вообще просто на изи. Там была такая фигня, блин, нехорошая. Так, сейчас мы с тобой аккуратно. Раз, три, ой, шили вообще. Нормально, там разбирает. Ну вы там напишите, реально. За шили проще или все-таки за ниту? Так, ну окей, тихо. Так, видим боксик. Куда? Куды ж ты прошь, а? Красавчик, и мы с тобой. Блин, нехорошо так получилось. Вообще, ну куда ж ты, помидорина? Ну куда ж ты? Блин, там мой медведь, Миша, это вообще нормально там решал. Ну ничего, это хорошо, это залог успеха, ребята. Если ты немножечко крысишь, немножечко в кустиках обитаешь. Я, например, вообще ненавижу в кустах быть. Раньше обожал, сейчас вообще просто ненавижу, ребятки. Сколько у него там? 12? А, 11. А, ну, в принципе, тоже неплохо. Ну, второе место, пацаны. Это неплохо, думаю. Смотри, он еще живой. Ничего себе. Я кого-то, правда, там задел, но... Помидорка, сдавайся. Все, я знаю, что нам не вывести. Его даже бомба не убила. Жалко. Ну, второе место тоже неплохо. Окей. Короче, все, отыгрались мы с тобой. Потому что катку я слил, блин. Давай, помидорина. Давай, вперед. Короче, сейчас постараемся мы с тобой. Не, ну это не означает, друзья, что у меня только на канале только победные катки. Так, да, ты давай иди туда. Я тут, блин, разберусь. Только сказать. Сейчас аккуратненько. У него, кстати, не 10 сила, заметь. То есть, по идее, если бы у нас у обоих было бы сила 10, шансы бы возросли. Хотя, фиг его знает, нам же подбирают противников немножечко... Блин, смотри, как она кустики-то прям шевелит. Ну-ка, ля! Красиво. Так, все, осторожно. Блин, это было... Ну, черт, вот зачем я бегу? Вот иногда я задаюсь лишний раз, ребята, зачем? Зачем бежать-то так сильно? А вот бегу.
А вот бегу-бегу, давай-давай-давай, променяй, там же их двое было, вообще красиво было бы. А, ну там, смотри, сколько блоков. Черт, гаденые блоки-то. Сейчас, осторожно, давай-ка отходим, всякое разное тут. Ой, помидорина, молодец, все-все-все-все, я забрал. Отлично, вообще... Вообще шикарно, только давай-ка лекалку мы с тобой отберем. Этих пацанов. Все, норм. Тамбу уйдет, господи, 10. Десятка у него, прикинь, десяточка. Ну, ты зря на нас полез, если честно. Ах ты, ядрен перец, а. Ядрен батон. Красиво. Сейчас мы с тобой... Тихо-тихо-тихо, я знаю, что там... Применяем эту штуку. Все, прижимаем, дожимаем его. Красава, просто помидорина. Идеально, офигенно, просто замечательно. 560 кубков. Мы продолжаем с тобой дальше, братан. Вперед, вперед. А, у меня камера зависла. Серьезно? Давно у меня камера висит, пацаны? Ну, что-то не понял я. Блин, серьезно, чуваки? У меня камера висит. Короче, мы с тобой сейчас подняли, как ты видишь, 10500 кубков. Боже мой, прям ровно, ровно. Такое у меня редко бывает, ребята. Забираем, забираем 150 монеток. Ах, жалко 11 тысяч, только на 12 тысяч у нас будет. Ну, погнали, давай еще раз помидорина, давай вперед. Мы нормально, кстати, играем на самом деле, друзья. Ну, получается как-то вот так вот, конечно. Сейчас еще, блин, камера что-то, блин, расшалилась, как ты видишь. Давай, давай, погнали, погнали, погнали. Сейчас мы тут так будем решать. Все, помидорина. Да, вот сейчас будет немножечко тяжеловато, но придется ящики-то разрушать, уже пора. Чтобы у нас хотя бы, мы как бы защитили территорию нашу, да? Пойдем. Отлично. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас аккуратно надо быть, видишь, там этот еще будет. Блин, стреляет засранец. Так, ждем, ждем, ждем. Плохо поджимают, у них 6 еще, блин. Это до хрена. Надо их прижимать, надо прижимать, вижу. Уже вижу, надо прижимать их. Красавчик, просто Миша красавчик. Но не будем рисковать. Сильно. Все-таки надо... Так, все, если что, Миша есть. Чуть-чуть оставалось. Чуть-чуть, пацаны, чуть-чуть оставалось. Надеюсь, там им зададут жару. Но они что-то решили отступить. Сэнди, блин. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что какая-то жопа происходит, ребята. Так. Все, нам деваться некуда. 5 команд осталось, прикинь, 5. До сих пор уже. Я не знаю, сколько там убийств происходит, но... Боже, у них там 8, офигеть, офигеть. Я иду в кустик, пацаны. Я готов сидеть здесь неимоверное количество дней, ночей. Ну, что-то сделали мы с тобой. Ладно, третье место, ну, видишь. То есть нам мы чуть-чуть вообще не докатили. Чуть-чуть. Катились-катились и чуть-чуть не докатились. Все, у помидорки сдали нервы. Сдали нервишки. Ребята. Так, берет Сэнди. Да, он понял. Лучше мне его взять. Что он, кстати, написал? Блин, не посмотрел, ребята. Что-то он там написал такое прикольное. Бу-бу-бум! О! Идеально! 3! Жопу пада, 3! Ну придется, а чё делать?
А что делать, ребят? Давай, Помидорина, вперед! Молодец, молодец, помидорка. Нет, нет, нет. Да блин, зря он так сделал, на самом деле, отдал эту. А смотри, нет, до сих пор не подбирает. А что он, интересно, не подбирает? Блин, помидорка, спасибо тебе огромное за одну силовую. А, ну понятно, что такое, что происходит. Так, пойдем у этих говнюков, блин, расхреначим, а? Уже. В конце-то концов, надо, блин, меру-то знать. Ой, спасибо, брат. Он, видишь, что сделал? Спасибо ему огромное. Так, все равно говнюки идут. Черт. Красавчик. Просто красавчик. Красавчик, помидорка. Так. Шикарно. Шикарно. Шикарно, ребята. Вообще шикарно, гарно. Еее! Неплохо, неплохо. Вот, вот на этих кубков я заметил, друзья, надо качать силу 10 по любасу. Вот тогда будет у нас все окей. All right, all good. Потому что какого-то фига, блин. Как говорится, соси жопу постоянно, если у тебя сила 5, если у тебя сила 6. Но есть такие люди, которые добивались прям... Я просто офигевал, друзья, потому что они реально добивались таких успехов, чуваки. Хоть у них там сила 1. Есть специальные такие программы, я видел. Так, пока... Я вижу, пока нас тут вроде более-менее, более норм. Окей, 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 идем, пацаны. Конечно, такое все дело, но... Есть. Прорываемся! Я хоть и тупо делаю, потому что реально как-то офигеть. Тупо немножечко делаем, потому что напролом идем постоянно. Говнюк, он прям, смотри, как убегает. Надо его до конца прям. Отлично. Так, не пускаем, отлично, 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 ребята. Прям Помидорина вообще творит чудеса. Так. Отлично, 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 пацаны. Все, забираем баночку. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Как хорошо идет, ребят. Вообще, норм. Так, давай. Блин, подходим слишком. Блин. Он, конечно, тоже уничтожился. Он молодец, но... Черт. Ничего. Я верю в Помидорину. Красавчик! Он именно прошел по той грани, где типа... Блин, красава, просто красава, молодца. Давай, запускаем медведя! Мишу я запустил! Блин, Мишу-то запустил, но Шелли, конечно, сделала свою работу. Ребята, второе место, ну, по мне так неплохо. Неплохо, неплохо. Давай еще раз помидор. Ну, много помидорки, конечно, сегодня будет, друзья. Многие жалуются, то, что постоянно с одними и тем же играешь, но... Что делать? Что делать, друзья? Если идет, надо продолжать, понимаешь? Так, отлично, нас там немного встречают уже выстрелами. Пук-пук-пук. Так, что мы делаем с тобой? Я думаю, все-таки надо здесь. Сейчас до последнего сейчас разбираться. Отлично, отлично, брат. Давай, аккуратно. Ой, там хорошо вообще пошло. Прошло вообще хорошо, но... Давай! Красиво, вообще просто забирай. Вот это нехорошо пошло, блин, я хотя бы еще хотел, то есть помидорка разделился, и я хотел. Ну, как бы, когда разделяешься, наоборот, больше захапываешь, а в итоге нифига, видишь. Так, ладно, осталось команд 4, нам бы хотя бы в тройку, чтобы не потерять. Не потеряться. Вон, видишь, все легко. О, блин, спасибо, спасибочки. Так, кто там у нас? Ох ты, блин. Геморрой на жопе. Давай,
Отлично, помидорина. Так. Вот зря. Ребята, ох, как он хорошо там идет. Блин, помидорка, да, я видел это, ребята, но... Пожалуйста, только не иди сюда. Сосранец, а, гребаный. Он, конечно, идет сюда. Ребята, придется мне здесь где-то находиться. Так, ждем его. Блин, Мишу не запустил, к сожалению. Вот единственное вообще напрягает, когда Мишу не запускаешь. Так, ну сейчас этот разрулит полюбасу. Сейчас останется команд у нас две. И мы с тобой не в жопе. Отлично. Помидорка, нифига ты, блин, что творишь вообще? Но, блин, офигеть, ты видел? Он мог его укокошить. Вообще шикарно, все красиво было, но... Увы, второе место. Так, еще раз, давай еще одну каточку с тобой, погнали. Жалко, что сегодня мы с тобой ничего не выбили. Занит очень хорошо идет, заметь, офигеть. 600 кубков, блин, поднимем будет, во. Просто шикарно, я никогда столько в жизни не поднимал, никогда 600. Так, идем вниз, да, вниз не стоит идти, ладно. Хотя, может, и стоило бы, понимаешь? Блин, такое... Так, сколько там у нас? Я, блин, видишь, к сожалению, не вижу. А, красавчик, молодец. Так, идем налево. Вроде... Ага, чистенько. Так, давай-ка еще налево сходим. Вдруг что-то да кто-нибудь пропустил. Нет, тут, к сожалению, уже... Все понятно, все почистили они. Так, ну нормально. Так, 4 команды остается. Так, здесь проверяем обязательно. Даже 2 раза вот так вот, не жалеем силы, ребят. Все, мы можем, конечно, спрятаться, как полные крысы, но мы не будем с тобой отпускать их. Так, ладненько. Ух ты, блин, какой, смотри, дерзкий просто, а. Вроде как 2 баночки, а уже смотри, что делает. Ну, чуть-чуть не хватило, да. Чуть не хватило. Но куда ты, братан? Собрался. Ох, отлично как. Блин, там еще Шелли этот, блин. Помидорка, прости, пожалуйста. Вот я постоянно он один, блин, только. Черт. Могли бы затащить. Но, друзья, сегодня вот такая вот. Такие вот катки. 585. Неплохо, я тебе скажу. Неплохо докачались мы с тобой. Вообще круто. Чатик, что он там, кстати, пишет? А, давай сыграть, что ли? Так, спасибо. Отличная игра. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забывай ставить лайкосики. Мне будет очень-очень приятно. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.